Всем привет, вы на канале Минимис. И сегодня мне купили нового питомца. Это рыбка. Вот, посмотрите. Здесь очень холодно. И, короче, сейчас будет мамина реакция. Она не знает то, что мы купляем рыбку. Мы просто сказали, что будет сюрприз. Поэтому давайте посмотрим, как мама отреагирует. Звони. Я чувствую, что конкретный шок. Шо же? Рыбки. Я так не знала. Тебе почувствовала. Так, ты же камера запутила. Таким морозом, да. Туман. Скажи, я зову своим рыбкам. Не так? И все в шоке. Лаки в шоке, да? Сейчас мы пришли домой, мы сейчас в моей комнате, и вот здесь будет стоять аквариум, и вот и сама бойцовая рыбка. Порода это бойцовая рыбка. Вот посмотрите. Вода немного грязная, потому что она с утра еще не менялась. И только купили. Okay. По-английски она называется, сейчас прочитаю, Moon Betta, Half Moon Betta. Стоила она $11. Это он, а не она, я вечно говорю она. Я уже хочу, чтобы он в аквариуме был. Мы сейчас должны скласть аквариум. И вот такой у нас аквариум. Он стоил $32. Вот такой вот аквариум. И у этого аквариума есть подсветка разного цветов. Так, у меня ногтей нет. Так. Инструкция. О, боже. Крышка. А, вот это фильтр. Большой. Еще что-то в маленькой коробочке. И сам аквариум. Все, больше нет. Вот. Сейчас откроем сам аквариум. Большой? Очень. Просто посмотрите вот это с моей рыбкой. Так. Вот это, я так понимаю, крышка с и здесь подсветка. Это прям какая-то выставка электроники просто. И что? Я так понимаю, вот так вот как-то это. Ну, ладно. А здесь всякие фильтры. А, насос. Мой папа разбирается. И вот здесь такой фильтр. Это не самое интересное. Что вот в этом маленьком? Что тут? А, это чтобы включать что-то? Блок питания. Или ночной режим? Это блок питания. Блок питания. Папа, мне надо твоя помощь, я тут сама ничего. Мой папа сейчас почти собрал. Да, самое главное ставить фильтр сюда. Вот так он, я думал, что он ставится вот так, но он ставится по диагонали. В пазы. Тут написано фронт и топ. То есть должно быть. Я так. Ничего не понимаю. Вот так. И ставится сюда сам аквариум. Я думаю, что он уже хочет в аквариум, потому что ему там недели надо было сидеть и уже хочет наконец-то поплавать. Все, здесь есть крышки, отверстия для проводов. Накрываем. И оно все подключается в розетку. Я могу залезть в розетку. Залезть отдельно в розетку. Подключается, то есть надо будет две розетки.
потому что одна розетка для подсветки и одна розетка для самого фильтра. Так, дальше нам надо будет набрать воду. Песок насыпать, установить все украшения. Уровень воды должен быть по вот эту штучку, вот здесь нарисовано. И вот здесь будет бурлить всякое такое, я не знаю, что. Фильтр. Сейчас мы будем открывать этот песок. И его надо промыть. Ножницы надо найти. Вот эти камни светятся в темноте. И мы их проверяли, но им надо еще немного света. Только хватит? Еще. Еще. Вот стоп. Вот столько, я думаю, хватит. Все. Они как будто водонепроницаемые. Серьезно. Потом надо будет воду сливать, да? Будем слить, а камни похватить. Да. Как будто просто сухие. И сейчас надо будет нам в аквариум все залить. То есть это высыпать. Высыпали. Сейчас будет шумно. Здесь есть немного воды. Руками. Да, лучше руками, потому что нас мама просто. Может быть сразу воду? Не, давай. Аккуратно. Стараюсь. Все, наконец-то. Я их немного так. Вот мы уже насыпали наши камушки. И сейчас декор. Вот такой вот зелененькие травки или что? Или что-то. Так. Вот такие вот они прикольные. Первый поставлю сюда. Они все разные. Вот видите, вот здесь такой дизайн, здесь такой. Ага, я их в камни немного. А интересно, вот эта рыбка будет кусаться? Потому что я смотрела Элли, у нее тоже такая была рыбка. И она просто как будто массаж Элли делала. Так. Так, все. И теперь вот такой вот арбузик. Вот здесь нету ценника. И мы просто сказали, что не знаем, сколько стоит. Он стоил где-то $10, да? 8. 8? Окей. Вот так. Вот, падает. Тогда копай. Все. Вот мы уже все поставили. Вот это как будто рыбка уже поела арбузик. Очень прикольно.
Я думала, что типа такой домик, как ананас, но я подумала, что это мальчик, поэтому нет, не буду. Обычную воду нельзя наливать в аквариум. Нужно вот такую вот специальную штучку, или как она называется? Кондиционер. И брызгать в воду. Сейчас мы будем набирать воду. И да, я уже хочу. Давай. Окей. Воду надо довести до комнатной температуры, и потом надо рыбку вылить, ну просто вот так вот, как будто немного подержать, чтобы рыбка привыкла к воде. Эту воду тоже надо вылить. Да, и немного этой воды тоже. Так, давай я налью. Да, давай ты, потому что я не мастер. Да. Это бы я была просто. Только я бы еще больше. Красота. Я думаю, что тебе еще раз понадобится пройти. Ого. Спасибо, папа. Здесь на один галлон надо... Сколько? 48. У нас 2 галлона. Да, 48 капель, то нам получается надо 92? 96, почти, я сказала, правильно? Кто тоже в школе не так хорошо, пишите в комментарии. Ну я, ну как, на четверки и пятерки. Смотрите, какие пузыри, просто красивые. А вот здесь как будто сердечко, если вот смотреть по этой линии, то это как будто сердечко. Ага. Я думаю, что его хватит. Нет. Ура, мне папа разрешил наливать. Так, скажешь, когда все? Еще. Давай. Все. Не-не. Еще чуть-чуть. Все? Еще. Все? Все, я думаю, все. Не-не, еще не хватит. Нет, я думаю, что... Все, хватит. Все, на. Так, какая у нас температура комнатная? У нас сейчас 25 градусов. Так, иди за градусником померяешь воду. Каким? А, точно, у нас есть градус. Кладем. Сколько? Ага, она готова мерить. И... Сейчас мы будем добавлять вот эти капли. 96 штук. Так. Девяносто один, 92, 93, 94, 95, 96. Аллилуйя! У меня рука болит. В инструкции писала, что надо ждать 24 часа, но нам в магазине сказала, что у нас такая порода рыбки, то можно ждать 2-3 часа. Ждем. Не хочу столько ждать. Сейчас сколько? Сейчас 2:56. И сейчас мы хотим с папой включить в розетку, посмотреть, как, ну, что будет. Вот посмотрите, мы выключили свет. И посмотрите, сколько тут всего. Так, сейчас розовый. И теперь белый, очень красиво. Теперь красный. Теперь белый, теперь зеленый. Зеленый, прикольно.
ты белый. Мне нравится белый и зеленый. Подожди, она меня? Нет. Да. Ночью буду смотреть. С красного идет на розовый, и потом наверняка на белый. Да. Круто. А потом на зеленый, потом на синий. Вот это был мой недавно любимый цвет. Рыбка так смотрит, что сделали мне. Дискотека. Дискотека. Я сейчас не могу в камеру смотреть, потому что мне вот это очень нравится. Боже. Мне интересно, рыбка не хочет кушать? Читай, сколько там надо, давай. Тут такие маленькие, подожди. Открыли корм, чем пахнет? Рыбой. Так, можно дать? Покажи нам корм какой. Вот такой вот маленький. Гранулы. Только такие маленькие, что просто. Я думаю, что одну щепотку будет нормально. Можешь дать ему сейчас. Давай посмотрим, как он здесь. Кушать будешь? Эй, ты застыл? Вон, вон. О-о-о. О? Есть? Нет, нюхает, нюхает. Есть! Какая милота! Иди наверх, там много. Вот там видел. Упой. Он кушать хотел. Иди наверх. Наверх иди. Ты. Наверх. Почему вот этот сверху? Не падает. Ищет. Может, как-то ему подтолкнуть? Все. Я его подтолкнула. Ам. Ам. Милота. Наконец-то, ребята, наконец-то прошло этих 2 часа. Я здесь смотрела на мою рыбу, не могла дождаться. И сейчас будем выливать ее. Как это ни странно звучит, ну короче, я уже это пару дублей снимаю. Сейчас нам надо открыть крышку и просто вылить туда рыбу. Это так странно звучит. Давай. Просто сними крышку и вместе с этим стаканчиком запусти. Я села на стол, потому что я низкая. Привет. Ну давай. С новым жильем. Извините. Как тебе там? Как тебе, Боже? Как дела, рыбонька? Вот там сзади. Да, вижу. Сзади. Вот тут видно. В окошке. Вот, да. Там. Какая тихая. Плавает, плавает. Он рад. Он еще не знает, что надо туда. Он что, хочет кушать? Я такая просто рада. Вот, ребята, мой новый питомец. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Минимис. И пишите в комментариях, как мне моего питомца назвать. Пока-пока.